все будет хорошо. Но у него нарушение памяти. В первую очередь, кратковременный. Воспоминания о несчастном случае и обо всем, что недавно с ним происходило, стерты. Это навсегда? Возможно. Время покажет. Он очнулся, зайдите к нему. Оу, может, лучше подождать? Нет, вы зайдите. Только ненадолго, он еще слаб. Эй, Питер. Хэри. Голову разбил? Да. Говорят, несчастный случай. Меня сбила машина. Я почти ничего не помню. Мой отец... Он умер, верно? Это все так странно. Привет. Я мчалась сюда, как стрела. Я тебя узнал. Ну, как ты? Сам не знаю. Помню, что все было в порядке. Вроде. И сейчас в порядке. Мы любим тебя. Такое ощущение, как будто я куда-то надолго уезжал. А теперь я дома. С возвращением тебя. Извините, но вам, ребята, пора на выход. Хорошо? Хорошо. Прекрасно. Спасибо. Ну, я тогда до завтра. Да, прекрасно. Тебе надо поспать. Я думаю, он оклемается. Думаю, да. И вы помирились? Да. У вас славные друзья. Прекрасные друзья. Я жизнь за них отдам.